Ну что, давайте, ребятушки, поиграем. Посмотрим, обследуем дом. Так, я хочу, знаешь, что обследовать? Смотри, все картины попадали. А, хочу посмотреть здесь, что. Здесь ничего нету. Ух ты, это что такое? Хендл, что-то ручное. Какая-то ручная штука. Ладно. Давайте мы ее сюда положим, пока пусть лежит. А, это у нас от автомата, от этого, от автомата штука. Так, бросается она вон как. Так, дальше, что это такое? А что здесь написано? Bird seed. Это какой-то корм для, для этих самых, как, господи, божешки. Корм для птиц. Так, а здесь я, в принципе, все посмотрел. Можно даже тут не смотреть. А, вот еще ящики есть, смотри. Так, подожди, а я сижу ли? Да, нет, все, я стою сейчас. Так, здесь пусто. Прыгать я не умею. А это что такое? Какие-то тарелки грязные. Как они аккуратненько легли. Дальше. Двери у нас, она не закрывается, не открывается. Опа. Здесь мы можем выйти на улицу. Какая-то решетка. Вода какая-то. Непонятно. Что это? Это какая-то канализация. Смотрите, стены страшные. Я надеюсь, здесь не будет паука какого-нибудь. Ну, сейчас пойдем. Или электричество. Интересно. А бабка сюда... Бабка сюда ходит, нет? Так, что-то вижу, какой-то рычаг. Здесь дверь, конечно же, закрыта. А, и все? Это мы можем здесь подняться. А что это? Где это мы находимся? Фотография бабки. Да. Бабка, получается, всегда орёт, кричит. У нее такая бабка странная. Это мы сделаем такой скриншотик. А, давайте откроем здесь, посмотрим, что здесь нету. А, нет, лежит что-то. Remote control. О, пригодится. Какая-то еще баночка. А, вот она, птичка. Так, здесь непонятно что. Так, это я выкинул. Зачем выкинул? Нет, вот здесь птица сидит. Так, тут тоже нужен хаммер. Так, тут дверь открылась. А это что такое? Тоже какая-то дверь, какое-то мясо висит. А, запчасть от, с этого самого. От пистолета. Е-мое, все падает. А где мы находимся? Алло. Так, а это что такое? Мне нужны кусачки. Или этот сам. Не кусачки, а отвертка. А это что-то за место такое? Ух ты, е-мое. Ага, это подвал. Так, ладно. Вот мы сюда пришли. Так, я не знаю, что это я такое взял. Пусть здесь пока полежит. Корм для птиц. Давайте возьмем корм для птиц. И пойдем покормим птичку. Посмотрим, что она нам скажет. Что она сделает, птичка эта. Угу. А где она там была? Мне еще найти надо ее. Я не помню. Наверх надо нам собираться или нет? Нет, кажется, мы не наверх заходили. А, вот сюда, вот здесь. А, вот здесь птичка. Вот она, птичка. Подожди. На, жри. Ты будешь жрать или нет? Ладно. Пока с этой коробкой мы... А, ну она кусается, слушай. Блин, ну на, держи. Не, смотри, она кусается. Блин. А как же мне... А, надо сюда насыпать семечки. Все. И она будет есть. Ух ты! Блин, это так быстро пожрала, что ли? Надо быстрее забирать. О, все, забрали.
Так, назад. Так, а тут ничего нету. Смысл. А если мы возьмем вот эту... она не берется. На, жри. Как она быстро все сожрала, смотри. И полетела назад. А как тебя закрыть? Ну ладно. Главное, мы взяли эту шестереночку. Нам она пригодится. Так, это все тоже падает. Тут нужен хаммер. Молот. Так, ну пошлите наверх. Для чего эта шестеренка, я сейчас не могу сказать точно. Так, тут ничего нет, пусто. Тоже какие-то коробки, здесь можно пройти. Так, давайте зайдем сюда, посмотрим, что здесь есть вообще. О, зачем я выбросила? О! Дверь какая-то была, прикинь. Так, батарея и мишка Тедди. Так, пока... мы ее... ладно, мы ее сейчас... слушай, отнесем куда-нибудь. Это, наверное, запчасть какая-то. А, пусть там валяется. Давайте возьмем мишку. Мишку возьмем. И возьмем батарею. Батарея нам тоже пригодится. Так, это не открывается, нужен ключ. Сколько много всяких мест, смотри. Коробки эти мне мешают ходить. Стул, который падает, это что такое, вообще не понимаю. Еще пока. Engine part. Engine это патроны или это двигатель engine? Что-то связано с двигателем. Так, давайте эту штуку бросим туда. Пойдем, зайдем назад. А, вот это, по идее, должно двигаться. Слушай. Как мне кажется, вот эта штука двигается. Ну ладно. Так, у меня рука здесь появлялась, смотри. Не, нет руки. Странно. А, вот у нас запчасть от пистолета. Которую вот мы нашли. Сейчас будем спускаться вниз. Где у нас находится... а, получается, вот. Ой-ой-ой, чё это отвалилось? Господи. Какой страшный звук был. Так, все, принесли мы ружбаечку. Будем ее собирать. Так, а здесь вот пар. Пар идет. Здесь можно париться. Но тут ничего нету. Как бы в этих штуках. Ладно, выключим мы. Закроем ее. Ладненько. Здесь можно прятаться, нам будет. Так, пошлите наверх, посмотрим, что там еще есть. Так, это что, просто коробки пустые стоят? Или здесь? Ладно. Сейф. Блин, мне нужен ключ. Так, эти пустые, да? А, вот, смотри, вот еще один какой-то ход. Тут у бабки очень много ходов. И она их всех закрывает. А, что-то написано. Как, что-то такое. Как-то мужик здесь жил, короче, какой-то. У бабки. И он писал это. В надежде на то, что кто-то прочтет в будущем эти надписи. Так, идем наверх. Что здесь у нас? А, ну это на улицу. Похоже. О, газолин. Газолин для автомобиля. А здесь что? А, здесь можно собрать вот эту виселицу. Фига себе. Это мы на улицу, да, сейчас выйдем? А, вот она штука эта. Бошки отрезать. Прикольно. Здесь тоже можно спрятаться. А, она, видишь, автоматически он закрывает, да? Так, а это что-то за домик? Тоже закрыто, нужен ключ. Так, здесь мы уже спускались вниз. Так, здесь опять-таки...
Звоночек. Такс. А здесь мы можем через окно залезть. Ну, понятно. Вот это что такое? Remote Control. А, может быть сюда куда-то? Нет. Ладно. Ну, короче, вот так вот мы походили, посмотрели. Чё, кого? Как тут прятаться теперь с этой мешает штука? О, это что за дверь такая интересная? Тоже... А, ремонт контроль. Вот он же, ремонт контроль. Вот сюда его надо. Но. Но подожди. Батюшки. Вот эта штука называется ремонт контроль. А здесь мне нужен ремонт контроль. Так вот же он. Странно, ладно. Походим еще, посмотрим, поизучаем дом. Так что, ребятушки, это была только первая серия, где мы изучаем. Будем изучать дальше. Всем пока-пока, подписывайтесь на канал.